Голову защитнику и второму вице-капитану московского «Локомотива» Дмитрию Тарасову 18 марта исполнилось 29 лет. В честь дня рождения футболиста его супруга Ольга Бузова решила устроить ему сюрприз. Телеведущая арендовала стадион и организовала огненное шоу на футбольном поле. Спортсмен увидел горящую надпись «С днем рождения, любимый», после чего Ольга заключила именинника в пламенные объятия. Потом был мяч и играющая в него Ольга, музыка, танцы и фейерверк. По утверждению Дмитрия, он такого точно не ожидал. Ну а мы поздравляем Дмитрия с прошедшим днем рождения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!